Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Волшебная неделя новой луны. И этот период изменит вашу судьбу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает самая волшебная неделя новой луны, открывающая замечательный период, когда вы получаете шанс изменить свою судьбу и привлечь в жизнь только позитивные перемены. Это пора новых начинаний, важных событий. Поэтому не упустите открывшиеся возможности и перспективы. Будьте готовы проявить свои лучшие качества, а советы ведической астрологии вам в этом помогут. Понедельник, 17 июля. День Луны, кармическое число 4, Раху. Очередной лунный месяц подошел к концу и сменяется новым, открывая удивительное время, успех которого будет зависеть исключительно от вас и ваших действий. Важно встретить его правильно, избегая суеты и спешки. Посвятите этот день очищению, наведению порядка в доме, в сердце, в отношениях и своей душе, чтобы обрести полную гармонию с миром. Помиритесь с близкими, если накануне между вами произошла ссора. Попросите прощения за совершенные ошибки. Простите тех, на кого обижены. Войдите в этот новый период без негатива и раздражения. Будьте готовы к переменам, которые непременно произойдут в вашей жизни. Вам будет предоставлено достаточно энергии, чтобы двигаться к любым поставленным целям. Поэтому не теряйте времени и начинайте действовать. Сегодня удача на вашей стороне, позволяет достичь всего, к чему вы стремитесь, но только в случае, если вы будете действовать благородно и достойно. Совершайте бескорыстные и благородные поступки. Оказывайте поддержку близким, и день подарит вам множество приятных мгновений. Планета советует: цените всех людей, не разделяя их на хороших и плохих, и вскоре вы заметите, что мир стал заметно прекраснее. День будет восхитительным для всех, кто появился на свет 4, 13, 14, 22, 24, 31 числа. Вторник, 18 июля. День Марса, кармическое число 5, Меркурий. Наступает особенное время, предназначенное для работы над собой и улучшения кармы. Эти 30 дней особенно важны, ведь если прожить их правильно, вы сумеете достичь всего, к чему стремитесь, избавитесь от любых грехов, даже самых тяжелых. В это особенное время важными становятся каждые сутки, поэтому возьмите судьбу в свои руки и приступайте к действиям. Все ваши действия, направленные на благо, окажутся удачными и приведут вас к процветанию. Чтобы достичь наибольшей продуктивности, необходимо следить за чистотой души и тела, уделять достаточно времени своему самосовершенствованию, духовным практикам, не допускайте негативных действий. В этот период нельзя желать никому зла, поскольку любые злые пожелания в скором времени обязательно сбудутся в вашей жизни. Поэтому направьте весь свой потенциал на позитивные перемены. Планета советует: все события происходят именно тогда, когда это необходимо. Родившимся 5, 14, 15, 23 и 25 числа получат настоящий подарок судьбы. Среда, 19 июля. День Меркурия, кармическое число 6, Венера. Хорошее время для обретения новых знаний, саморазвития, движения к поставленным целям. Благоприятные энергии дня предоставляют все необходимое для обретения удачи и достижения цели. Также в эту пору значительно усиливается интуиция, позволяя вам с легкостью находить лучшее решение в любых сложных ситуациях. Чтобы воспользоваться всеми открывшимися возможностями, проявите максимум серьезности и сосредоточенности, чтобы не упустить подсказки свыше, направляющие вас по верному пути. Сохраняйте позитивный настрой и доброжелательность ко всем, кто находится рядом. Тогда положительная энергетика этого дня позволит вам оценить ситуацию наиболее продуктивно, с легкостью достигая задуманного. Это время прощения обид, примирения, воссоединения после разрыва, восстановления старых связей. Сегодня вы можете обсудить нечто важное с любимым человеком, прийти к взаимопониманию, еще больше укрепить чувства. Планета советует: сохраняйте верность своим принципам и следуйте туда, куда зовет ваше сердце. День окажется особенно удачным для рожденных 6, 15, 16, 24, 26 числа. Четверг, 20 июля. День Юпитера, кармическое число 7, Кету. Бодрые энергии дня подталкивают людей к активной деятельности, дарят удачу и помогают достижению цели. Пассивность противопоказана, поэтому старайтесь не сидеть на месте.
Сегодня вы получаете шанс изменить свое будущее, привлечь позитивные перемены. Будьте внимательны ко всему, что происходит, поскольку в этот период не бывает случайных событий. Все, с чем вы сталкиваетесь, является уроком, посылаемым высшими силами. Усвоив его, вы сумеете улучшить свою карму и привлечь процветание. В эту пору возможны озарения, неожиданности, загадочные и мистические происшествия, призванные направить вас на истинный путь и помочь осознать свое предназначение. Отбросьте любые сомнения, следуйте совету, который дает сама судьба. Также день идеален для самоанализа и самосовершенствования, поэтому постарайтесь провести хотя бы немного времени в уединении, сосредоточившись на своем внутреннем мире. Полезно медитировать, анализировать текущие события, чтобы понять, чего вы хотите на самом деле и какие действия могут привести вас к успеху. Планета советует: мир, в котором вы живете, совершенен. Все кажущиеся несовершенства – это лишь неправильная точка зрения или недостаток знаний. Счастье ждет всех, кто родился 7, 16, 17, 25, 27 числа. Пятница, 21 июля. День Венеры, кармическое число 8, Сатурн. Благоприятный, спокойный день, позволяющий каждому человеку обрести внутреннюю гармонию, изменить свое отношение к жизни, стать мудрее, благоразумнее. Сегодня все ваши действия будут получать мгновенный отклик из окружающего мира. Поэтому наблюдайте и оценивайте все, что происходит. Если слова и поступки не приводят к желаемым результатам, вызывают реакцию, которая кажется неправильной, необходимо подумать о том, что именно вы делаете не так, скорректировать свое мировоззрение и пересмотреть отношение к людям. Проявляйте терпеливость и добродушие, воздержитесь от любых грубостей, направьте энергию на достижение внутреннего и внешнего очищения. Отложите активные действия, проведите день спокойно и неторопливо. Занимайтесь только неотложными делами. Уделяйте достаточно времени близким, навестите пожилых родственников, уточните, не нуждаются ли они в помощи. Искренняя забота о старшем поколении поможет вам отработать родовые долги, запечатленные в карме, и стать сильнее и удачливее. Планета советует: иногда, чтобы обрести счастье, нужно просто перестать его искать. Рожденные 8, 17, 18, 26 и 28 числа ожидают радостная встреча. Суббота, 22 июля. День Сатурна, кармическое число 9, Марс. Энергии дня отличаются невероятной мощью, позволяя вам совершить то, что еще недавно казалось невозможным. Сегодня удается практически все, однако не ожидайте, что получите желаемое без особых затрат. Чтобы добиться цели, необходимо проявить упорство, продемонстрировать трудолюбие. Кроме того, успех будет ждать тех, кто оказывает поддержку окружающим, заботится о близких, не отказывает никому в помощи. День хорошен для духовных практик, посещения мест силы, прогулок на природе, вдали от шумного города. Не пытайтесь успеть все и сразу. Займитесь наиболее важными для вас делами, не отвлекаясь на ненужные и бесполезные действия. Не стоит участвовать в обсуждении сплетен, тратить время на споры и выяснение отношений. Двигайтесь к намеченным целям, не теряя спокойствия и сохраняя уверенность, тогда результат будет соответствовать вашим ожиданиям. Планета советует: цените не те моменты, когда вы что-то получили от окружающих, а те, когда сделали нечто полезное и ценное для них. Процветание ждет рожденных 9, 18, 19, 27 и 29 числа. Воскресенье, 23 июля. День Солнца, кармическое число 1, Солнце. Восхитительный день, проходящий под управлением Солнца, наполнит вас яркими энергиями, позволяя почувствовать безоговорочную уверенность в себе и готовность к любым свершениям. Однако, чтобы избежать преград на своем пути, избегайте недовольства, не допускайте заносчивости, высокомерия, жалоб на жизнь. Позитивный настрой станет залогом вашей удачи, поэтому откройте свое сердце и впустите в него любовь к окружающему вас миру. В эти сутки пробуждаются все ресурсы организма, даря вам силы для любых свершений, запуская процесс внутренних изменений. Какими они будут, зависит только от вас, поэтому не допускайте негативных действий. Совершайте добрые дела, не ожидая ничего взамен, и как можно больше радуйтесь жизни. Это время подарков и воздаяния за труды, но будьте готовы к тому, что сегодня вы получите исключительно то, что заслужили своими предыдущими действиями. Поэтому принимайте с благодарностью любые события и не забывайте извлекать из произошедшего правильные выводы. Планета советует:
В вашей жизни нет случайных людей. Каждый, с кем вас сталкивает судьба, послан Богом, чтобы помочь вам стать лучше, обрести мудрость и избавиться от недостатков. День принесет радость рожденным 1, 10, 11, 19, 21, 28 и 31 числа. Волшебной и уникальной недели каждому моему подписчику.